Короче, я в пучине алкашни оказался позавчера. А вчера было настолько холодно, и я не хотел вообще идти ни пить, ничего, ни курить даже, что я просто спал под таблетками своими. Слушал научпоп. Короче, я сейчас пью безалкогольный адреналин раш, энергетик просто. Короче, кошмар какой позавчера. Такой мрак с этой алкашкой. Чё вообще, как мне, зачем я вообще подхожу к ним? Что происходит вообще? Я там позавчера еще свою девушку рисовал на мелками. Бывшую девушку. Ну это вообще жесть. Я тоже пьяный был тогда. Ну не настолько пьяный, так выпивший. А потом, короче, начался мрак просто. Мрак алкашни. Да ужас, не хочу. Тут, короче, мужики, ну, уже 50 лет, поскольку общаются, как подростки из 90-х. Вот они дураки, этот дурак, там, че это, вот так. Еще руками так делают движение, так. Таким еще голосом, оплатить, И руками такие движения делает странные. Как будто это подростки какие-то, а не взрослые 50-летние мужики. Не знаю, сколько ему там лет. Не разбираюсь. Я не могу отличить алкаша или наркомана от обычного. Не разбираюсь вообще в лицах. И сколько лет не могу определить. По лицу. Вообще кошмар. Ничего хорошего от этого алкашки нету. Просто жизнь реально настолько скучная, что здесь выбор дается только сигареты и алкоголь. Ну и еще повсюду эти наркоманы, мафия наркоманская, эти рекламные свои трафареты печатают везде. Они там вообще жесть. Кошмар какой-то. Лучше буду рисовать свою игру бумажную, танчики и здания в космосе, он, как он говорит, в космосе заряжен. Вот в космосе будем игру летать на танчиках, на кораблях, снимать это для одного ценителя максимум на весь мир и все. Не буду я бухать, не хочу. Это ну, просто мерзко, вообще ужасно. Пучины ужаса какие-то.